Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Сегодня у нас 13 число, да еще и понедельник, да еще и, знаете, еще и дочка сегодня улетает. И сегодня ее провожаю, как бы навсегда, стал быть безвозвратно тебе сказать, куда. Вау, ряу, мошку. Вау, да, понятно. Да, вот примерно так это звучит. В общем, сегодня я провожу у нас доченьку. И будет, наверное, мне грустнее. Сейчас вот пожил неделю, дочка, конечно, останавливалась у меня, и поймал себя на мысли, блин, нафига я квартира в Сочи, когда мне так хочется, так приятно, когда она останавливается именно у меня. Хоть вечером можно посидеть, поговорить, в конце концов, там, не знаю, там, не, про выпить ничего не скажу, но посидеть, поговорить, конечно же, можно. Просто поговорить, пообщаться, не сам с собой на камеру с утра, как я это всегда делаю, а прям нормально, полноценно. В этом, наверное, и есть счастье. Счастья не может не быть. Ну а что, мы с вами потихонечку приближимся по новостям. А в конце я вам скажу, стоит ли вам задумываться над тем, чтобы поехать отдыхать на Красную Поляну или не ехать. Скитался по жутким местам, россиянин сказал, что ни в коем случае нельзя делать в Индии. Знаете, почему-то все как один всегда пишут одно и то же. Ребят, в Индии нельзя покупать еду. Я не понимаю, а что там есть там, если там покупать еду нельзя, что вы сразу там обсираетесь, понимаете? Что тогда получается? А вы заметили, почему здесь сейчас нету у нас этих, как его, машин становится все меньше и меньше? Каждое утро в этом месте сейчас стали эвакуировать по 5 машин, мне сказал охранник. Где-то там неправильно стоит или еще что-нибудь. И вот эти всякие вот эти Т-образные перекрестки и так далее. Не просто так сейчас машин с утра нету. Их уже эвакуировали. И вчера мой друг Алексей поставил машину буквально там, получается, пешеходный переход там 3,8 метра. Хотя спереди стояла Тойота, но и Тойоту не стали брать, потому что, как сказали гаишники, ну, Леха спросил, а почему вы Тойоту не взяли? Я говорю, ну ты что, говорит, говно, возьмешь, говорит, там, говорит, испачкаешься, говорит, в этом вонять будет. Он говорит, окей, говорит, хороший, говорит, уважаем, говорит, поэтому, говорит, забрали. Вот так вот. Теперь Леха думает, может быть, есть смысл переехать, ну, как бы, купить себе Камри, потому что, говорит, ее гаишники не трогают, потому что, говорит, просто не хочется пачкаться. Вот как бы так, ну ладно, бывает такое. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны даже в жилом комплексе «Остров мечты». И на вопрос, это же не центр. Гаишник все Алексей сказал, говорит, ты дебил, говорит, что ли, говорит, как понять, не центр. Вот Донская, говорит, это не центр. Макаренко, говорит, это не центр, говорит. А за вокзальный район, особенно «Остров мечты», с этой стороны, это центр, говорит. И все, и мы там будем брать, будем зачищать и так далее. И я с утра вижу мало машин, скорее всего, не потому что все уехали, а потому что, скорее всего, эвакуировали. Потому что с тротуаров, говорит, вчера, говорит, эвакуировали машины. Поэтому будьте, ребята, аккуратны, особенно свиньи, водители, которые на Тойотах берут и ставят машины на пешеходном переходе, на тротуарах и так далее. Машины, если вы живете в районе «Остров мечты», будут эвакуировать. Вот как бы так. Спрашивают сейчас, да, в комментариях, а если я транс? Ну, транс тоже, как вы что ж, не человек, что ли? Вы же человек, просто как бы больной человек, поэтому вас тоже будут эвакуировать. Как бы, ну, так вот, да. Значит так, из-за землетрясений в Турции могут активизироваться грязевые вулканы на Кубани. Вот такая вот взаимосвязь, представляете? Самая ужасная ночь в жизни. Россиянка совершила ошибку, приютив американцев в своем доме. Оказывается, говорит, они, говорит, такие, не такие, как в фильмах. Ну, конечно, были не такие, как в фильмах. Тем более, прилетела, кто их, русская, вот так вот. Жители Сочи могут остаться без света. Но, вообще, все, как говорят, могут остаться без воды, могут остаться без света. Всегда оговорка по Фрейду. Все, кроме жилого комплекса, «Остров мечты». Потому что «Остров мечты», ну, это талантливый. Это талантливая управляющая компания, которая сделала все возможное и невозможное, чтобы жители и жильцы данного комплекса чувствовали себя хорошо, комфортно, защищенно, безопасно, всегда с водой и с электричеством. Путевки с большой скидкой. Какие санатории Сочи принимают гостей по льготным условиям до 1 мая? Очень много. Такие даже как «Актер», там «Заполярье», есть большие скидки и так далее. Самая большая скидка — это для... не буду говорить для кого, короче, заходите на сайт, посмотрите, ну, скидки есть, можно приехать и отдохнуть со скидкой. А в Сочи из-за пожара эвакуировали 30 человек, сгорел барак. И как вы думаете, что тебе на этом месте вырастет, на месте барака? Барака, 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 а?
Правильно говоришь, мальчишка, вырастет красивый многоэтажный дом. И как вы думаете, кто будет генеральным подрядчиком, кто будет строителем? Ну, тоже все верно. Начинается, а заканчивается. Синоптики рассказали, выпадет ли в Сочи снег. Вчера попытки было снега выпасть, даже где-то здесь есть немножко того или иного. Но в целом такого прям смертельного ничего не произошло. Это вам не март месяц прошлого года, где мы пошли в баню, а из бани выходим, а там жесть жестянская. Вот как бы так. Русские женщины бегут отсюда без оглядки. Россиянка рассказала о проблемах после брака жителям Индии. И она говорит, основная проблема, говорит, жителей заключается, ну, место заключается в том, блин, о, блин, правда, говорю, заключается в том, что все лезут, родственники, в твою семью с советами. Слушайте, я уже думаю, что мои родственники тоже с корнями из Индии. Потому что они тоже советуют, что делать, как жить, как не жить этой прекрасной гребаной жизни и так далее. Нифига себе я пропчихался. Я что это такая? Наверное, я старею, блин. Ну, наверное, старею. Она же 42 года уже. Клиенты Wildberries будут платить за то, что раньше было бесплатно. Кстати, сегодня будет хоккейный матч Салават Юлаев против Леопардиков. Знаете, я вчера взял и посмотрел бой нашего бойца на профессиональной арене. 3 раунда по 5 минут, в конце еще нашего бойца засудили. Посмотрел, ну, наверное, это был один из самых вялых боев, которые я видел. Не засудили однозначно. И знаете, то же самое, когда на хоккей приходишь, вот я ходил на хоккей, где играли вот эти вот молодежка, да, они действительно там бегают, там такие, прямо такие зверюги такие, и уже смотрел такие, которые играют в ферзи. Мне, например, вот молодежка понравилась больше. Вот на молодежку, вот когда молодежка приедет и будет соревнование пройти по хоккею, я с большим удовольствием приду, потому что действительно есть игра, шикарная игра, есть возможность посмотреть. И это действительно круто. А вот, например, что утворяет у нас вот то же самое по боям, да, вот, если посмотреть, там всякие есть хардкор и так далее, там молодые бойцы просто там, просто, не знаю, бьются одно заглядение. А выходят профессионалы, так называемые, профи, да, кто такой профессионал? Это те люди, которые бьются за деньги, а не за идею, да, там как бы. А там на эти бои смотреть страшно. Хотя в заголовках судили, судили. То же самое, например, по хоккею. Я на хоккей готов сходить, мне нравится все. Ну, наверное, не на взрослых мужиков, а, наверное, на молодежь. Чтобы действительно была борьба за шайбу. Чтобы они бегали, нагибали и так далее. Надеюсь, этот отель закроют. Россиянка была в шоке от 5-звездочной гостиницы в Турции. В общем, россиянка купила 5-звездочный отель в Турции. 5-звездочный отель в Турции вместе с перелетом на 2 человека на 10 дней обошелся в 82 тысячи рублей. И она считала, что если она отдала 82 тысячи рублей, то там должны были ей целовать жопу, и не только жопу, и все, ну, не знаю, там, все должно было быть, все. И тут она говорит, знаете, самое интересное, пишут отзывы, да, там, про отель, а название отеля не употребляют, наверное. Ну, ты что, если говоришь, что 5-звездочный отель плохой и так далее, что тройки лучше, ну, ты возьми, да. Я вот, например, не знаю, да, вот, например, я вот, например, не смогу 5-звездочный отель сравнить с 3 звездами. Я не смогу, потому что я в 3 звездах не отдыхаю. Ну, поэтому реально мне не получится вот взять и сравнить. Но если у вас есть богатый опыт, и ну, пишите название отелей, да, в какие отели не стоит ехать. Пишите, зачем просто так берете, там, 5-звездочный отель и так далее. И тем более, Турция за 80 тысяч не бывает нормальная. Если вдруг хотите отдохнуть в Турции в более-менее нормальном отеле, ребят, вы должны понимать, на двоих это 300 тысяч рублей. Это действительно тот нормальный отель, который вы можете посетить. А за 80 тысяч вы получите, да, геморрой там, вы получите старый отель, вы получите непонятно какое обслуживание, получите там себе дресню по полной программе и так далее. Потому что как бы волшебства не бывает.
ну, не бывает, как бы, да, вот более-менее нормальные отели, вот, тем более, да, говорит, вы, вот, я обычно говорю, на 7 не ориентируюсь, на 10 не, это 300 тысяч, 300 плюс, тем более с перелетом. Поэтому, блин, не бывает волшебства. То же самое, что недвижимость, да, вот тоже я вот показывал вот эти апартаменты, дома уже построенные, да, где можно купить за 2,5, уже за 2,5 получается, уже за 3 миллиона, уже это все раскупили, где можно купить через банк, в конце концов, на нормальных условиях, и все. И такие, это не центр, серьезно, что ли? Конечно, не центр, не центр! За 2,5 миллиона рублей в доме, который уже построен, не центр, да. И это, говорит, не Бытха, да. Это вот Бытху берете, проезжаете в сторону Министерских озер. Это улица Тепличная, улица Тепличная. Да, конечно, не так далеко в заднице, как Министерские озера, но как бы все равно чуть-чуть подальше, чем Бытха, да. И там можно сейчас купить за 3 миллиона, купить квартиру в рассрочку, отсрочку, в кредит и так далее. Да, такое. Да, это не центр, это не возле морского вокзала, ребят. Я сразу говорю, это не возле морского вокзала, это не на Светлане. Ну, до Светланы там 3 автобусные остановки. 3 автобусные остановки, вы находитесь на Светлане. Вы пешком за 25 минут, даже меньше, за 20 минут, вы можете спокойно дойти до моря. И такое жилье сейчас начинается вот 3 миллионов рублей. А только мне приезжают, говорят, мы думали где-нибудь здесь, показывают там на здании полиции. Ну, в полиции только можно за такие деньги, если ты украдешь, вот 2,5 миллиона рублей, ты там можешь там 3 дня там, в этой полиции, в КПЗ посидеть. А так нет, так не получится купить, серьезно говорю. Нужен детский сад, футбольное поле и немножечко конопли. Короче, в Сочи обсудили с мэром генплан. Ну все, в принципе, это все новости. Теперь давайте вернемся к нашим баранам. Вот так вот, понятно, что там с недвижимостью есть. Говорю, если прям неделю назад я анонсировал, за 2400 можно было купить. Сейчас минимальная стоимость 2900, чтобы вы понимали. Дальше только выше, 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 глубже, глубже, дальше, дальше, выше, выше, дальше, дальше. Вчера с дочкой съездили на горные лыжи. Я думал, мне Леха врет. Леха говорит, ты понимаешь, я ездил, говорит, скипа стоит 5000, мне говорит клиент. Я говорю, ты, Лех, дебил, говорю, что ли, говорю. Ну я же ездил, смотрел, ну 3200 стоит. Ну какие 5000? Ну 3200. В январе мотался. Оказывается, действительно, Леха был прав. Цена 4850, 150 рублей за эту карточку. Получается 5000. Да, если у вас своей карточки вот нету, да, вот, на которую все это делать. В итоге получается 5000. 5000 стоит скипа. Стоил 3200. В прошлом году, это в январе месяце 3200 стоил. В прошлом году стоил 2900, когда мы катались. Сейчас получается, блин, на пятерку нужно отдать. Это раз. Прокат. Если раньше мы отдавали за прокат не дороже, чем 1500 рублей, то сейчас за лыжи, палки и ботинки пришлось отдать 2600. Это за плохие. А если хочется, чтобы более-менее хорошие, как мы обычно брали, то это 4000 рублей. В столовой поесть картошку, котлету с перетертыми камнями и компот стоит 1000 рублей. Ну так вот, я это, конечно, все еще записал с дочкой и так далее. В общем, сейчас покататься на горных лыжах на одного человека выходит не менее чем 10 тысяч. Если раньше 5 тысяч на одного человека, то сейчас 10 тысяч. Пример, мама, папа, я, веселая семья, решили покататься на лыжах. Вам на семью нужно будет 30 тысяч рублей за один день. Самое обидное было, что мы сейчас поднялись, и там была погода просто дрянь. На вытянутую руку ничего не было видно, поэтому дочка кое-как один раз спустилась. Я второй раз тоже решил спуститься. Упал, переломался весь, собрался, и все. И мы поехали. Самое обидное, за один спуск мы отдали, получается, я и дочка отдали, получается, в сумме 10 тысяч. Вот как бы так. Поэтому я думаю, что лучше дожидаться хорошей погоды, потому что негатива будет очень много у вас, я вам серьезно говорю. Негатив будет, никуда от него не денешься, потому что ты ждешь чего-то такого, когда ты отдаешь за один день, получается, за двоих ты отдаешь 20 тысяч, ну реально 20 тысяч ты отдаешь, ты ждешь чего-то такого, вау. А в итоге получаешь какую-то херню. Вот как бы так.
Хотя, да, и все равно, хоть снег шел, снег, получается, сверху там, может быть, сантиметров 5 был пухляка, но под низом, соответственно, это лед. И когда Настя упала, говорит, папа, говорит, падать, блин, больно. Я говорю, не может быть. Решил перепроверить, тоже решил упасть. Упал мордой вниз. И да, как бы Настя права. Ну, как бы не очень хорошо. Ну, так, падать неприятно. Рыбалка вчера мне обошлась, потому что поймали дофига рыбы, в 11 тысяч рублей. Вообще в Сочи все дорого сейчас в последнее время. Вот развлечения в Сочи безумно дорогие. Как бы за все приходится, ребят, платить. Вот за все приходится платить. Дышишь, платишь, дышишь, платишь. Поэтому жить в Сочи недорого, а вот именно на отдыхать в Сочи, как бы я могу сказать, что дорого. Отдыхать в Сочи дорого. Поэтому тоже имейте это в виду. Сейчас домонтирую видеоролик. Там, конечно, нет таких красивых гор, нет ничего такого. Но я думаю, все равно будет интересно посмотреть, как съездили на лыжи, потом вернулись к папе. И еще я там часочек порыбачил. Посмотрите, что из этого получилось. На этом с вами прощаюсь. Всем огромнейший привет. Мир, добро, любовь и свет. А в Сочи 0-0 градусов. Ну, сегодня прям прохладненько. Сегодня самый холодный день в этом году. А на секундочку, сегодня уже 13 февраля. Всем добра и пока.